Хочу показать вакуумную дистилляцию, ректификацию, ну, правильнее сказать, при пониженном давлении. В куб залито примерно 50 литров спирта сырца, виноградного спирта сырца, уже градусностью примерно 30 градусов. В данный момент происходит отбор голов. Ректификация на четырех тарелках ProCup, нержавеечные тарелки в этой колонии. Дефлегматоров 2, оба сейчас работают, возвращают флегму максимум вниз. Через конденсатор минимальный отбор голов, можно сказать, покапельный. Видно, как очень медленно отбираются головы. Этот самый длинный процесс занимает больше всего времени. Головы отбираются шлюзовым способом по органолептике. Когда прекратятся головы, этот клапан откроется, и тело, основное тело пойдет в этот кег. Ну, на данный момент параметры такие. Здесь лучше видно. Давление в кубе 150 миллибар, то есть минус 0,85 бар. Температура в кубе 41,7. Подача энергии 70%, это примерно 4 киловатта. Вода на охлаждение около 0. Подается вода на охлаждение. Выход воды из дефлегматора 20 градусов, из конденсатора 7 градусов. Ну, вакуумная станция остановлена, практически не запускается, так как охлаждение конденсатора и дефлегматора компенсирует подачу энергии в куб. Процесс займет примерно часа полтора, может быть два, отбора голов. А затем отбор тела уже гораздо быстрее. Вода на дефлегматоры прикроется. Выставлю выходную воду 36 градусов. И буду отбирать тело в этот куб, как говорил раньше.